Привет! Все прекрасно знают, что большинство наших онлайн-магазинов покупают товары оптом из Китая и впаривают их нам с очень неплохой накруткой. И все это как бы известно, но зачем переплачивать в несколько раз больше денег, если можно пойти на AliExpress и заказать такой же товар, только дешевле. И сейчас я вам покажу много крутых гаджетов для вашей кухни и буду сравнивать цены на AliExpress и в популярных онлайн-магазинах, причем со скринами цен. Приятного просмотра! Овощерезка приготовит вам итальянскую пасту из натуральных свежих фруктов или овощей. Вы будете приятно удивлены необычным видом и новым вкусом продуктов. Она действует по принципу карандашной точилки. Вы фиксируете на зубьях ручки овощ или фрукт, который хотите превратить в пасту. Далее просто вращаете рукоятку и легким нажимом пропускаете плод через отверстия острых ножей. В итоге очень быстро, аккуратно и безопасно вы получаете великолепную пасту из обычного фрукта или овоща. Готовка будет приносить настоящее удовольствие. Овощерезка получает только лучшие отзывы от домохозяек, а благодаря трем различным лезвиям вы сможете получить блюдо в виде тончайшей соломки, классическую итальянскую пасту из овощей и фруктов, аккуратную тонкую ленту, которая великолепно украсит ваш гарнир или салат. А вот вам и цены в наших магазинах на этот товар и на AliExpress. Ручной смеситель для теста с легкостью изменит ваше отношение к приготовлению теста не только для блинов, но и для любой выпечки. Это компактный и удобный прибор для замешивания теста, который заменит вам миксер, диспенсер и мерный стакан. Он абсолютно не тратит электроэнергию, но при этом не нагружает ваши руки. Кроме того, смеситель поможет сохранить вашу кухню в чистоте. Использовать этот гаджет очень просто и легко. Открываем крышку с миксером, разбиваем яйцо, заливаем молоко, засыпаем муку и остальные ингредиенты. Закрываем крышку и смешиваем 10-15 секунд. Смесь готова. А с помощью удобного дозатора разливаем блины на сковороду. Все очень просто и легко. Новый, удобный, современный прибор для замешивания теста решит все ваши проблемы за 2 минуты. Пеките, творите, экспериментируйте с новым прибором. Вот вам, кстати, цены для сравнения. Универсальный компактный слайсер для овощей. Одним единственным нажатием разрезает все продукты в 10 раз быстрее, чем обычные устройства для нарезания. За одну секунду разрежет на 6 частей все фрукты и овощи. Он режет острыми, как бритва, ножами из нержавеющей стали. Теперь у вас больше не будет проблем с грязными рабочими поверхностями, потому что вы нарезаете все прямо туда, куда желаете. В сковороду, кастрюлю, в миску или в мультиварку. Мягкие или твердые продукты, такие как кабачки, помидоры, грибы, яйца, лимоны и многое другое. В слайсере особо острое лезвие из нержавеющей стали, а также конструкция усилена для долговечного и надежного результата. Поэтому беспокоиться о том, что они быстро износятся, нет никаких оснований. В комплект овощерезки входит удобный прозрачный контейнер на 200 мл. Его с легкостью можно присоединить к рабочему элементу, чтобы нарезать продукты напрямую в контейнер. Ножницы-слайсер. Один аксессуар, много достоинств. Он очень многофункциональный. Слайсер заменит кухонные ножницы, несколько ножей и досок. Подходит для приготовления салатов, нарезки продуктов перед термообработкой и сервировки закусок. Режет, рубит, шинкует большинство продуктов, за исключением вязких субстанций. Справляется с крупными кусками. Лезвие из нержавеющей стали, нуждается в минимальной заточке. Предохранительная защелка гарантирует безопасность и удобство хранения. Экономит время, режет быстро, чисто и красиво. Кстати, вот вам скрины. Силиконовая форма поможет вам быстро и легко приготовить оладьи идеальной формы. Просто положите ее на обычную сковородку и налейте тесто в специальные отделения. Когда придет время, переверните форму, чтобы обжарить оладьи с другой стороны. Форма сделана из особого силикона, который выдерживает высокие температуры и к которому ничего не прилипает. 7 ячеек позволят быстро приготовить оладьи даже на большую семью. С ее помощью вы также сможете приготовить блюда из яиц или фарша. Ветчиница. Деликатесы домашнего производства украсят собой любой стол и разнообразят ваше меню. Ветчиница поможет хозяйкам поразить гостей и семью нежным вкусом лучших мясных и рыбных яств. Благодаря этому простому устройству вы без труда подадите на стол аппетитные копченые колбасы, вареную ветчину с нежным ароматом специй, сочные рулеты из разнообразных ингредиентов, прессованное мясо, птицу или рыбу, зельц и другие лакомства.
Ветчиницу можно использовать на кухне своей квартиры или на любой даче. Она подходит для готовки в электроприборах, таких как аэрогрили, мультиварки или духовые шкафы, а также в обыкновенных кастрюлях. Жаропрочный механизм из нержавеющей стали применим практически для любых условий. После загрузки в удобный корпус продуктов вы будете заниматься другими домашними делами, смотреть фильм или читать книгу, не опасаясь пригорания еды. Электрическая блинница. Если вы любите баловать своих близких вкусными румяными блинами, но расстраиваетесь из-за того, что приходится тратить на это слишком много времени и сил, если при этом, как бы вы ни старались, они получаются слишком толстыми и невкусными, то такая погружная блинница станет решением вашей проблемы. С помощью этого удобного кухонного прибора процесс приготовления блинов будет как никогда быстрым и удобным. С помощью электрической блинницы вы приготовите вкусные и румяные блинчики, сделаете это быстро и без усилий, сможете готовить практически без масла, порадуете близких фигурными блинами. Пользоваться электрической блинницей очень просто. Все, что от вас требуется, это обмакнуть нагревающуюся поверхность в тесто, перевернуть прибор и дождаться, пока блин не покроется аппетитной золотистой корочкой. Ручной запайщик пакетов. Отлично запечатывает практически любой пластиковый пакет, делая его абсолютно герметичным и водонепроницаемым. И всего в течение нескольких секунд. Как это работает? Сожмите герметизатор, от этого активируется нагревательная спираль, и запечатка будет производиться теперь с необходимой температурой для любого вида пластиковых пакетов. Воздух не проникнет внутрь, и ваши продукты еще дольше останутся свежими. С запайщиком вы запечатаете практически все, чем вы пользуетесь каждый день. Он абсолютно безопасен и герметичен. Открытые чипсы и упаковка попкорна, великолепный томатный соус для вашей семьи, травы, специи, кофе, которые в полуоткрытом пакете теряют свой вкус, остаются свежими. Фрукты и овощи тоже останутся свежими, как в первый день. Надо заморозить вкусные стейки, фрукты и овощи? С запайщиком вы все сделаете без проблем. Ожог от замораживания исключен. Кстати, батарейку нужно использовать мощную. При своих тестах я использовал аккумулятор 14500 3,6 вольта. Вакууматор – замечательная вещь для тех, кто любит готовить быстро, хранить долго и безопасно, причем не только продукты, а есть вкусно и полезно. Характеристика почти как у холодильника и варочной панели вместе взятых. А если серьезно, то вот как можно применять вакууматор. Для длительного хранения продуктов это могут быть как фрукты и овощи, так и мясо, птица, рыба, различные крупы и много чего еще. Оперативное хранение для готовки. Домашние полуфабрикаты даже через несколько дней будут выглядеть так, как будто вы их только запаковали. Приготовление еды по технике сувид, то есть в вакууме. Этот способ приготовления позволяет сохранить все естественные соки блюда, а также его равномерное приготовление. Очень быстрое маринование рыбы и мяса. А еще можно закатывать в вакуум разные хозяйственные вещи, например, паспорта или телефон, какие-нибудь документы или карты. Особенно может пригодиться путешественникам. Многофункциональный гриль. С этим кухонным чудом вы можете готовить пищу абсолютно без жира и с низким содержанием калорий. Вы больше никогда не будете обжигать пальцы. Еда будет хрустящей снаружи и удивительно сочной внутри. Вы сможете готовить гриль, тосты, выпекать, запекать и жарить. Ваша еда будет вкусной. Благодаря вращающейся технологии Flip-Over идеально подходит для гриля, тостов, выпечки, запекания и обжаривания. Антипригарное покрытие с эффектом лотоса. Гриль мощный, 700-ваттный, для хрустящих тостов, отлично обжаренных гамбургеров, вкусных омлетов и многое другое. Его легко чистить, и он занимает мало места. Готов к использованию всего за 30 секунд. Благодаря инновационному дизайну и функции переворачивания, пища будет хрустящей снаружи и останется сочной внутри. Антипригарное покрытие очень легко чистить, а защитные свойства покрытия от царапин позволяют переворачивать пищу даже металлическими вилками. Маринатор. При создании маринатора была взята за основу технология, изобретенная американским мясником Андре Жаккардом. 27 ножей одновременно прорезают мясо, но в отличие от отбивного молотка, не разрывает волокна и не расплющивает его. Глубину ножей можно регулировать, что поможет приготовить равномерно обжаренный стейк. С помощью трех шприцов непосредственно внутрь мяса проникает весь маринад до последней капли. Таким образом, мясо при жарке практически полностью сохраняет свой сок и объем и не сокращается в размерах, а время для его приготовления уменьшается на 40%. Маринатор одновременно прорезает мясо и маринует его. 27 ножей, которые прорезают мясо и делают его тем самым мягче и нежнее.
Три шприца, которые помогают в 3 раза быстрее и вкуснее мариновать мясо, регулируемая длина ножей и глубина шприцевания. Еще есть блокировка ножей и шприцов. Круглый кухонный нож заменит собою целый набор кухонных инструментов, ведь он создан не только для того, чтобы резать, но также рубить и шинковать. Благодаря уникальной форме он находится в постоянном контакте с поверхностью доски, поэтому его легко контролировать и нарезать ровные кусочки. Лезвие изготовлено из высококачественной закаленной стали и заточено особым лазерным способом, что позволяет ему оставаться острым в течение длительного времени. С помощью такого ножа вы можете резать абсолютно все – сырое и вареное мясо, овощи, фрукты и пироги. Вы даже сможете нарубить салат прямо в миске. Нож не занимает много места во время хранения, и вы можете мыть его в посудомоечной машине. Спасибо вам за просмотр данного видео. Всем пока!